грузах, друзья, большая присутствует развлекательная программа. Вот мы сейчас идем вечерком на представление. Вы видите, зал большой. Шоу называется «Invitation to Dance», то есть «Приглашение к танцу». Там ребята танцуют, может быть, там их много, но, во всяком случае, там есть пара из России, по-моему, да, наши соотечественники. Там есть Алекса и Алиса. Там есть, по-моему, дирижер тоже, да? Да. И из музыкантов. То есть такой, как бы, интернациональный коллектив с присутствием наших соотечественников. Вы видите, что тут как бы есть партер, а есть вот еще сверху там, знаете, тут народ собирается. Я уже стараюсь вести тут камеру как можно медленнее. Хочу показать вам, друзья, вот у всех лифтов есть такой, ну, навигационный такой экранчик. Вот я говорю, чего сейчас делать? Да, да. Что будем делать? И вот, пожалуйста, смотрите, сколько всяких мероприятий. Вот с 9:30 он тут начинается и до чего там, до полуночи. Ну, как бы есть чем заняться. Ну и естественно, друзья, что не только духовной пищей, а и другими видами пищи, значит, программисты из Кремниевой долины, значит, утоляют духовную жажду. Да, разливаем, можно сказать, почти подпольно, потому что здесь положено чай и кофе пить. Но так уж, знаете, традиция такая. Ну что же, друзья, вы редко меня видите в нашей поездке, все больше в другую сторону вектор направлен, я снимаю. А тут мы немножко так отдыхаем, расслабляемся, болтаем. У нас большая компания, там, нас 26 человек. Вот. Ну и спрашивают, вот говорят, как там люди спиртное проносят на борт. Там на семью положено, разрешают две бутылки взять с собой. У нас вообще ни одной сервиза нет, поскольку мы люди не пьющие. Вот. Так что как-то так вот и проносят. А то, что здесь, оно достаточно дорого. И есть такой план индивидуальный, где-то, по-моему, долларов под 70 стоит в день. На человека. А? На одного человека. На одного человека. Когда ты можешь пить все, что хочешь, без ограничения, алкогольное, кофейное, там, какое угодно. Я не знаю, сколько нужно выпить, чтобы оправдать эту сумму, но есть люди, которые оправдывают. Вот, а мы так, понемножку, понемножку. Друзья мои, чтоб все вы так пили, как я, тогда вы будете здоровыми, и женщины будут вас ценить. Скажут, мне вот попался не пьющий. Видите, друзья, пользуясь случаем, подходят знакомые, выставляют от вашего стола к нашему и наоборот. По мере того, как вечер вступает в силу, набирает как бы обороты,
приходят новые люди, делятся от души тем, что есть. Сюда красная. Это группа ребят с Украины. То есть поют они по-английски, но вот сами они с Украины, 5 человек там ансамбль. С палубы, 14-й палубы. Видите, здесь внизу бассейн, и так вот довольно симпатично. А само место, где я нахожусь, тут такой как бы Latino Dance Club такой. Сейчас перерыв, идет такая музыка не живая. Вот. А когда начнется живая, там выходит народ и отжигает, танцует. В советское время, друзья, в Москве, улицу Горького, такое тусовочное место, на сленге, как он называли, стрит. Где там встретимся? Встретимся на стриту. Вот здесь, 5-й этаж, это такая стрит. И мы приближаемся к полуночи. Народу мало сейчас. Хотя вчера мы ушли отсюда в 2 часа ночи. Были люди. Мы не идем еще спать, мы сейчас пойдем на шоу. Это такое ночное шоу, начинается в 12 часов. Такой стендап-комедиан там будет, паренек. Yeah, don't have your kids in here tonight. I'm telling you, that kids club is, they swing it up there. They got strippers, they got weed, free alcohol. I might kill myself. Anybody do anything other than go to the beach? Is there anything to do in St. Croix other than go to the beach? You went snorkeling. And you did a what? Drinking, see? Can't do that on the ship.